Максим Тарасов пришел в секцию борьбы 10-летним мальчиком. Спортивная школа ИКАР стала для мастера спорта СССР по дзюдо первой стартовой площадкой в большой мир спорта. Когда-то Максим Владимирович сам занимался в этом зале, а теперь тренирует здесь же подрастающее поколение. Его бессменным наставником был Виталий Карлович Михайлов, заслуженный тренер России, который воспитал не одно поколение чемпионов. И в спортивной школе ИКАР Максим Тарасов хочет продолжать традиции своего тренера. Виталий Карлович встречал нас на каждой тренировке с новыми заданиями, с новой энергией, с новыми идеями. И, в общем-то, занятия, ну, в двух-трех словах, на самом деле, это описать невозможно, потому что я начал заниматься в 10 лет, а закончил в 30. То есть вот практически 20 лет Виталий Карлович был моим бессменным тренером, и огромный багаж знаний, как житейских, так и спортивных, конечно, от него нам достался. Став 17 лет мастером спорта СССР, Максим Тарасов стал мечтать о продолжении карьеры в борьбе дзюдо. Но потом спортсмен все-таки ушел в смешанное единоборство и в 1995 году участвовал в самом первом в России турнире по этому виду спорта. Также Максим Тарасов 2 года практиковал джиу-джитсу – японское боевое искусство. Хотя у чемпиона и небольшая тренерская практика, но он уже преподавал у юношей, взрослых спортсменов, офицеров и курсантов, участвовал в организации различных спортивных мероприятий. Я все-таки надеюсь, что мой профессиональный опыт и опыт преподавания, тот опыт, который все-таки у меня был, даже после окончания спортивной карьеры, мне позволит помочь нашему тренерскому составу в достижении более высоких результатов. Цель, конечно же, заниматься с ребятами, чтобы в городе узнали, что у нас как бы есть новый тренер, что есть новые идеи, чтобы люди приходили, занимались. В должность тренера по самбо спортивной школы ИКАР Максим Тарасов вступил с 10 января. Желаем новому тренеру профессиональных успехов, высоких спортивных достижений и красивых побед. О себе и своих планах Максим Тарасов рассказал нам в передаче «Актуальное интервью». Смотрите новый выпуск в среду в 19:45. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.